ты шлюха тупая, как ты меня забанила, разбанивай нахуй. Кстати. Что ты орёшь, как придурок? Чё ты эту дебильную игру играешь? Да и чё, мне нравится в неё игра. Это игра для идиотов. Не, кто тебя гамбит? С другом играет? Ну когда я с ним поговорю. Забаньте его, чтобы он не играл в эту дебильную игру. Я отец его. Да тогда он вообще не сможет никогда играть больше. Нет, я не согласен, нет. Что вы забанили этого пиздюка? Летай по всей карте и ломай дома гриферам. Ломай абсолютно любые дома гриферам. А можешь взять и вырезать все сундуки этому гриферу. А потом построй писюн из сфер этому гриферу прямо дома. Обязательно установи варп. Напиши на весь сервер, что здесь находится грифер. И смотри, что из этого получится. Но чтобы грифер не знал, кто это делает, вам нужно обязательно выключить свой префикс. И он будет видеть вас как обычного игрока. Ну или можете установить себе любой другой префикс. И тогда грифер будет думать, что вы его друг. Ну и в конце концов забань ты этого грифера. А скоро сможешь сажать в тюрьму всех гриферов. Это и многое другое может только владелец сервера. На него осталась скидка всего лишь 3 дня. Заходи, успевай, становись владельцем сервера. А, насколько максимально успеваю, дорогие друзья, заснимать тот момент, когда... Вот, смотрите, вот это мой дом, вот это вот грифер, мамка твоя... Ай, черт, так, подождите, я упал, сейчас, как же мне... Смотрите, игрок пират 2005 начал ПВП, с вами вот он, а, ну вот он, все, мы теперь в равном бою. Смотрите, это у нас грифер, я убил грифера, я убил грифера, какой же он дурак, он даже воевать не умеет. Просто мой сервер настроен таким образом, то что если человек находится в ГМ, ну или прочей такой ерунде, нет, в ГМ, да, только в ГМ, и начинает со мной ПВП, я его убью всегда. Нет, то есть у него ГМ слетает, и он начинает со мной биться, как честный обычный игрок. Это сделано специально за защиту. Кстати, он пишет тебе пизда. Это сделано специально в защиту игроков. Ну вот, смотрите, он начинает ломать мой дом. Я прикину сегодня школьником. Я прикину... А, все, он меня через скилл убивает, понятно. Он меня убивает через скилл, он же у нас владелец сервера. Так, это меня сейчас на спаун кинул. Так, ну мне на спаун не нужно. Давайте пропишем. А, он опять меня к себе телепортировал, смотри, что делает. Мамка твоя, у него префикс стоит. Он владелец, у нас все вещи пропали. Ну, кроме основных, вот это вот меню, прокачка игрока. Тупая мразь, он матерится. Так, смотрите, он у нас владелец сервера. Я напоминаю, а владелец сервера может ломать все, издеваться. Короче, он грифер. И этот грифер хочет меня уничтожить, убить. Я обычный игрок. Смотри, что ты делаешь? Вот, давайте вот так вот, будем с ним общаться, типа я вообще прям тупой школьник. И когда я выйду с ним в скайп, я буду делать вот такой вот голос, тонкий, пронзительный. Вот это, с этим пидором я буду вообще. Сын шлюхи, Валин. Это я, он мне сейчас, что со мной сделал, кикнул или забанил, я не пойму. Давайте, заходим обратно, я сейчас маленько удивился. Так, ну тут логин я скрою. Все, я вернулся на сервер, стойте, хоум. Подождите, он, а, он меня кикнул, значит. Что ты делаешь, давайте напишем. Что ты делаешь? О, я, блин, забыл с ошибкой написать. А стой, а что мне в мой же дом не... не... Слушай, хватит, да что ж ты... Смотри, он весь мой... Во-первых, он весь мой дом сломал, как владелец сервера. Он разломал все... Так, он разломал просто все. Смотри, он дальше продолжает ломать. Я не знаю, что... Что тебе надо? Давайте вот так напишем кучу вопросительных знаков. Что... Ну, а что ему от меня надо? Ему надо от меня одно, только поиздеваться надо мной. Не знаю, забанить меня, ну что-то такое. То есть владельцы сервера... Я ищу в последнее время только владельцев сервера. Потому что, ну, обычных игроков уже искать неинтересно. Интересно лишать людей привилегий, когда отдали они за них деньги. Смотрите, он пишет, я грифер, ха-ха-ха-ха-ха. Иди на... Вот так вот, давайте мы напишем, вот и все, иди на... А чё мы, давайте будем злее с гриферами. Все, смотрите, он вступил со мной в ПВП. Можно с ним... А, у меня меча ничего нету. Просто давайте его рукой захерачим. Плевать. Просто, нет, стой, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей, не погоди. А, тут можно улететь, тут можно улететь, тут можно улететь, тут можно улететь. Давайте его попробуем вниз сюда пустить прям. Давайте прямо попробуем вниз сюда пустить. Кто-то хочет ко мне, кто-то хочет ко мне телепортироваться. Не надо ко мне телепортироваться. Но это обычный, видимо, игрок. Мне жалко просто, если я сейчас приму телепортацию. А хотя давайте, смотрите, ТП. А, нет, не будем, не будем, не будем, не будем, не будем, не будем. Или можно, давайте, пишем. ТП accept. Плевать. А, you do not have a rending record. А мне же прислали. ТП accept. Я правильно писал? Да, ну видимо не получается. Слушайте, давайте. Он опять меня что ли кикнул. Я тебе сказал. Ну смотри, мы здесь опять пишем home. Это, слушайте, надо с ним уже скорее выходить. Я херею, что происходит уже на самом деле. Он меня телепортирует, я уже весь запутался.
А, уга, он просто издевается. Он, смотрите, он опять меня телепорт. Он просто издевается надо мной. Я ненавижу таких владельцев сервера. Они вечные, как будто. Ебал твою мать. Ну вот это обидно уже, кстати. Вот это уже. Ну хорош, хорош, хорош ты мне. Так, ну хорош ты, чё ты меня бьёшь, ты, дурак? Ну все, ну это. Бесполезно. Бесполезно. Надо, наверное, может быть, меч какой-нибудь взять. Но я никакой меч не возьму. У меня пропадают все вещи, кроме вот этих моих. Менюшечек. Донат на Сержу Крафт. Так, слушайте, а чё я не могу? А почему я не могу? Он чё, меня из региона удалил? Смотрите, я не могу вообще... Sorry, but you can't use that here. То есть, типа, я не в регионе. Подождите. Юрге. Смотрите, you are Игорь Fly Home. Игорь is Fly Home. Слушайте, он переименовал регионы. Он переименовал, он переприватил. Это мои, я не могу же здесь ничего сделать, да, смотрите. Я не могу здесь ничего сделать, это владелец сервера. Что ты делаешь? Что ты делаешь с своим топором? Смотрите, видите, он с топориком, оказывается, летает, он что-то вырезал, походу. А, нет, он свет выключил. Он свет выключил. Что ж ты делаешь? Изи, что изи? Давайте... Пошли в скайп, я дам тебе денег. Давайте вот так, что ли, напишем ему, потому что это уже издевательство. Надо... Твоя мать бездомная. Ну, я не могу это читать, мне это уже обидно. Я его забаню, лишу его привилегий за такие слова. Ха-ха-ха, пошли, ну пошли. За мать я ему отвечу, конечно. Он меня потеряет 500 рублей, которые я дал на привилегию. Ну, хоть не 5000, а то мог и 5000 отдать. А я бы, если бы он 5000 отдал, тоже решился. Какой... А, нет, давайте, говори. А, мой скайп утпират. Утпират, чё утпират? Давай, сейчас, так, мне надо подготовить голос, потому что сейчас я буду с ним детским голосом. Сейчас. Звоню. Алло! Алло, салам, бродяга. Алло, ты чё ты делаешь? Ты чё, мне денег хотел дать, долбоёб, нахуя да, ты мне звонишь? Я хотел тебе дать денег, чтобы ты дальше не ломал мой дом, это всё, что от него и так остался, ты так всё это ломаешь, сука! А, это твой дом, бля! Это мой дом! Охуенно, бля, я владелец, нахуй, что хочу, блядь, то и мучу, нахуй. Ну ты... Меня никто не... А я-то тебе что сделал конкретно? Я со своим сраным домиком, я не... Ты хорош вырезать мой дом, слышишь? Ты... Да ты голос писклявый, блядь, вот почему, нахуй. И чё? Да ты ж не сдал мой голос, когда мы с тобой не в скайпе были. И чё, блядь, у тебя ник уёбищный, блядь, вот за чего. Откуда у тебя владелец, слышишь, кто тебе его дал? Купил, блядь. На что купил? Ты же тупой, как бревно, как ты можешь купить? Чё? Мразь! Тупая ты, долбоёбка, и твой рот ебал вот тебе. Я на тебя жалобу подам. У нас группа, группа есть у этого сервера. Сержу Крафт. Да мне похуй, блядь, ВКонтакте. Блядь, ничего, никто, блядь, не забанит. Да ты что? Там ВКонтакте можно скрины отсылать. И там таких, как ты, уродов, бабосанных. Окей, блядь, сам, блядь, по-хорошему не хотел. Опа, на. Все навар, грифер, тот грифер. Слышь, ты что задумал? Да, не, это не я написал, блядь. Почему написано варп грифер? Да не знаю, блядь, ты лбоёб, я просто, это не я меж прочитал, еблан. Что, почему там какие-то игроки появились? Да, игроки, где игроки? Ну? Стойте! А, блядь, сука! Хорош! Слышь, не ломай! Это не стадо, блядь, я тебя наебали, долбоёбы! Откуда эти? Что, ломай дом, хорош, блядь, помогай! Ты написал на весь сервер, что здесь... Ты чё делаешь, слышь? А не ломай твой дом! Я хотел дать тебе денег. 73, блядь, грифер. Ну идите отсюда. Сейчас, я напишу им всем. Пишу, хам, малолетняя. Я не грифер. Они не верят мне. Чем, блядь, дура ебана. Бля, мне лагает Майнкрафт ебаный. Да ты потому что бомжара своим обоссанным компом. Да завались ты, блядь, ты бомж. Слышь, зачем ты меня удалил из моего же региона? Ты, you have banned грифер. Ты долбоёб, тебе бан дали! Мне дали, это ты мне бан дал! Сука, тупая, так тебе надо, блядь, дура ебаная. Ты паршивый! Ты, блядь, долбоёб, ты сам паршивый, нахуй, я твою хату разъебал, я тебя разъебу сейчас, нахуй, ламу. Всё, молись! Чём, блядь, ебаный, куда я умер, ебаный чёрт. Всё, сейчас я сейчас, что ты делаешь? Давно, блядь, заебал, ёлка ебаная. Нахуй, построй еще себе дом. Ты сам виноват! Ты где? Слушай, ты где? Скажи мне. Какой твой ник, мразь? Какой твой ник, скажи мне. Пират! Ты ж 5! Ага, хуй, пират? Ну да.
Блядь. Здорово! Чё? Привет. Чё? Слышь ты, какого батя я позвал? Слышь ты, Василий, ты, короче, ты стоишь, смотрю, здесь, да? Бездействуешь? Я на спауне стою, заебал! В каком спауне? Вот ты стоишь, что ты мне здесь затираешь? Ты попер... Да, блядь, да, а, я, у меня, блядь, Майнкрафт ебаный лагает, наверное, ебаный рот за тебя, шлюхи, нахуй! Лагает у тебя Майнкрафт? Ну, компьютер обнови, ты же... Я сейчас тебе ебал обновлю, нахуй, блядь, тебя, шлюхи, от тебя компьютер противится, слышь? Чё, короче, ты обвиняешься в том, что ты, как владелец сервера, ломаешь чужие дома. А именно, ты сломал мой дом, убивал меня, кикал, банил, написал на весь сервер, что я якобы являюсь грифером, хотя как таковым я не являюсь. Игроки забанили меня, ломали мой дом, а ты, паскуда, ты всему этому виновен. Ты сам ты виновен, ты ебанутый, ты, блядь, грифер, ебаный, тебе так и надо, блядь, тебя нахуй в тюрьму посадили, блядь, выебали бы тебя там. Ну, я разговор твой понял. Я так понимаю, ты завис, как плесень. Так, сейчас плюс еще раз ебу, блядь, нахуй, если ком нормальный куплю тебя, блядь, я хуй ебал. Да ты вообще завис. Ты вообще у меня что-то повис. Мамка-то... О, улетел, ты где? Блядь, чё за хуйня? Мне нахуй сейчас нахуй за перезайду на себе, пизда. О, охуенно, все нормально. Да ладно. Логин, у меня логин, блядь, пидорас. За интернет давно не платил? Да сейчас я тебя разъебу, бля, ты дебил, нахуй. Тебя нахуй еще молоко на губах не отсохло. У меня молоко на губах не отсохло. Да, ты малолетка ебаная. Ты на се... Стой. Ну, давай так, на самом деле я не хочу тебе причинять никакого вреда. А ты мог, бля, ты мне ничего не сделал, бля, ты лох. Я, ну, возможно. Смотри, ну давай, ТП, ты где? Да, бля, на спавне, видишь, еблан. Это, слушай. А, не, ну, я в доме уже у себя. ТП, ну, ТП ко мне, Якузи 73, давай. Ща, ТП. Давай. Кузьма, блядь, хуйма, нахуй. Ага, вот он, шлюха, а где ты? Можешь, да? Да, могу. Охуенно. Так. Ой, бать, хата, сейчас заебу, смотри, я тоже. Какой у тебя ник? Пират 2005, да? Да, смотри, я ломаю его, нахуй, ебаный рот. Сейчас. Охуя. Я грифер, потому что я люблю гриферить. Вот, попробуй, грифер, да. Давай, пошли, нет, не ломай. Да, блядь, ошибка, чё? А чё ты, ну а чё ты, ну ломай, ломай, давай, я на твоей стороне. Пизда тебя будет, нахуй. Меня, блядь, Майнкрафт лагает, заебал уже. Ты куда делся? Да меня лагает, чай перезайду, может, из-за того, блядь, я блоки не мог ломать. Ты бомжар, что ли, даже не... Давай, ты где, давай. Да я на спавне заебал, не дал ёбу меня. Сука, у меня Майнкрафт лагает, я вот почему я блоки не мог ломать, еблан. Да, поэтому, именно поэтому не мог блоки ломать. Кузя ебаный хуеклад. Чё? Кто мне админку забрал, блядь? У тебя это невозможно, у тебя никто не мог забрать админку. Админку забрали, верни донат, долбоёб. Не, невозможно забрать админку, дружище. Верни донат, еблан, меня ты забрал, ты же, блядь, этого говорил. Донат вернуть? Да, верни, сука! Так, что ты, слушай, ну вот так, видишь, работает администрация сервера, она сразу тебя как бы так лишила, видимо, привилегий. Вот. Так, давай, пусть напиши, чтоб вернули меня, дебил. Конечно, ну ты можешь сам написать, зайти. Давай, и... верни! Ты можешь сам написать. Написать. Что ты орешь, как придурок? А чё ты в эту дебильную игру играешь? Да я не орал! Я на колонках играю, наверное, кто там орёт. Че, я не слышу, что ты опять в эту дебильную игру играешь? Да и чух, мне нравится в нее играть, она прикольная. Это игра для идиота. Да нет, нормальная игра. Нет, для идиота. Да нормальная игра. Опять в дебильные игры играешь, придурком уже стал с этой игрой. Да нормальная игра, я в нее всегда играл. Выходи давай. Да не буду. Давай, выходи давай. Да нет. Да не надо, да не бей, не бей. Выключай, да не буду выключать. Да дебильная игра. Да не буду выключать. С кем играешь? Да не знаю, да с дебилом. Ты с другом играешь? День, да чё? Да, и чё? Ну-ка дай я с ним поговорю. На, ножки, не... давай. Забаньте его, чтобы он не играл в эту дебильную игру. Здрасте, а вы кто? А мы... Я отец его. А я ему не друг, я слышал сказать, что я его друг, я не друг ему. А кто вы? Ну не знаю, он просто всю игру мне испортил на сервере, значит, пришел, все там ломал, короче. Ну короче, он тоже мне все навредил, что-то орет в скайпе, прям больной какой-то. Сейчас я его накажу за это. А что мне сделать с ним, забанить? Баньте, да.
Ну, это тогда он вообще не сможет никогда играть больше. Мне надо дебилей играть. А он согласен на это? Нет, я не согласен! Нет! Да я не согласен. В общем, забаньте его. Забань, идиот тупой! Все, понятно. Значит, нет! Сделаем. Сейчас прям. Ты что, тупой? Да попробуй меня забанить. Уже идиотом стал. Нет. Бан. Все, я дал ему бан. Тебе не стыдно так орать при папе? Тупой, зачем ты меня забанил? Ну, потому что тебя папа просил тебя забанить, я тебя и забанил. Да зачем ты тупой? И я, зачем ты слушаешь? Даун. Ну что вы забанили этого пиздюка? Нет! Да разбань, пожалуйста, дебил! Все, отец у тебя молодец, прям респект ему. Тупой, да. Чтоб ты сдох, педофил тупорылый. Иди ты в жопу, все. Слушайте, у него отец угарный попался. Забаньте, Игорь, этого пиздюка. Слышите, это здорово. Не, ну как отца не по... Отец это святое. Отец это наше все, это родители, это важно. Поэтому... Значит, я буду... Ставьте лайки этому отцу, потому что вот такие отцы не поведут никогда в суд, ерундой заниматься не будут. Такие отцы будут на моей стороне. Классный папа. Прям респект ему. Ставьте ему... Давайте ему лайки соберем прям. Сколько ему лайков? Давайте 50 тысяч лайков ему наставим, чтобы он прям офигел прям. Короче, ребята, заходите на сервер. Спасибо всем. Классный был ролик. А вот так надо мной издевались, да. Всем пока! А я повторяю, друзья, что я всем стою и раздаю админки прямо на спавне, на своем сервере. Поэтому заходите, IP в описании ролика. Даю всем админки бесплатно. Стараюсь успеть дать ее каждому. Всех жду, IP в описании. Заходите, ребята.